Здравствуйте, меня зовут Демьянко Сергей. Моя семья занимается спортивным туризмом. Одна из дисциплин – это спортивное скалолазание. Я покажу вам, как правильно нужно надевать систему. Это низ. Его первый очень надевается. Одежда должна быть не менее ниже колен и выше локтя. Потому что если будете ходить по скалам, можете поранить локти, либо колени. Так, это верх, называется в маечках. Его вторым надевают. Только так, чтобы маленькие кости, эти вот лямки, были сверху, а большие на спине. Теперь надевается блокировка. Так вот, раз. Три. И тут четыре. Теперь вяжется встречный узел. Но перед тем надо выровнять все узлы, чтобы они были ровные. Все. Теперь вяжем до самого. Вот так вот тут вот вяжем кренделек. Вот кренделек. Теперь другим веревочкой. Берем по веревке вот этой. Вот так вот раз. До конца. Теперь так же. Отсюда. И под. Теперь так же ведем. Только теперь вот тут. И вот так. Вот, получился встречный узел. Стоим. Теперь на этих концах вяжем узел восьмерку. Мы делаем вот так. Два. Три. Восьмерка. Теперь на этой тоже так же вяжем восьмерку. Восьмерки, две. Теперь на них вешаем карабины. Карабины бывают двух видов. Самые замыкающиеся и закручиваемые. Но часто используются вот такие, которые нужно самим закручивать. Потому что бывают такие моменты, когда они могут так открутиться и сорваться. Вот. Это система. Блокируется. Но есть еще одна система. Это туристическая, а это парашютная система. Но лучше использовать туристическую. Теперь не получается. Меня здесь не помещается. Но так должно вот это. Цепляться и все. Но можно еще сделать и вот так вот. Если у вас слишком широкое. И вот.
вас не сорвется и вы не упадете.